Подвешиваем LCD-телевизор, и снова проблема. Или отверстия на задней стенке сделаны неправильно. Или крепежные рейки короткие. Не достают до нижних отверстий. Нужно удлинять. Используй все, что под рукой, и не ищи себе другое. Отрезаем две полоски. Размечаем. Сверлим отверстия. Рассверливаем до диаметра 8 мм. Снимаем фаски. Делаем два пропила. И загибаем. Соединяем полоски с крепежными рейками при помощи винтов с гайками. Прикручиваем к задней стенке телевизора. Также само крепим вторую рейку. Проверяем. Полный порядок. Прикладываем кронштейн к стене. Делаем разметку. И сверлим отверстие. Стена у нас тоже проблемная. Гипсокартон. Крепить кронштейн буду при помощи винтов М6. С обратной стороны шайба и гайка. Сильно затягивать нельзя. Можно повредить гипсокартон. Проверяем уровнем. Уровень, который идет в комплекте с креплением, показывает неправильно. Поэтому я использую свой. Он более точный. Подвешиваем телевизор и фиксируем.